На минувшей неделе в Славянский район прибыла парламентская делегация из Азербайджана во главе с главным советником государственной службы Эльдаром Аскеровым. Он на протяжении многих лет занимался поисками пропавшего без вести деда. Его останки были обнаружены в братской могиле хутора Прикубанского Анастасиевского сельского поселения. Подробнее о визите иностранных гостей смотрите в репортаже Надежды Неткачевой и Игоря Ванчугова. Немало на свете мест, где лежат останки безымянных героев. Спустя 7 десятилетий по-прежнему судьбы тысяч воинов остаются неизвестными. Лишь каждый десятый солдат, погибший во Второй мировой войне, имеет имя на солдатском обелиске. Но случается, когда и через много лет все-таки удается найти сведения о пропавшем без вести человеке. Так и произошло у главного советника государственной службы Азербайджана Эльдара Аскерова. Где-то года 3 или 4 тому назад я случайно наткнулся на такой сайт Министерства обороны. Там было указано, что Министерство обороны создал сайт. Благодаря этому сайту каждый может найти своего деда, отца, ближнего. И я обратился на этот сайт. И установил, что оказался он не пропавшим без вести, а погиб при защите этой станицы. И в прошлом году я первый раз приехал к вам в Прикубанск. В братской могиле, где нашли останки деда Эльдара Аскерова, захоронено 580 советских воинов, 21 из которых азербайджанцы. В другой же братской могиле, в станице Анастасиевской, увековечены имена еще 35 воинов из Азербайджана, погибших на славянской земле. Я думаю, что это не только в Анастасиевке. Наверное, по всему Краснодару захоронено очень много азербайджанцев. Может, в будущем, может, даже обратимся мы к руководству края, чтобы они представили нам список. Насколько во мне есть силы, я постараюсь заниматься поиском и в дальнейшем. И думаю, что это будет не первая, не последняя наша поездка, потому что мы все обязаны им. То, что мы сегодня стоим с вами здесь, на этой земле, мы обязаны. Мы обязаны их помнить. Представители парламентской делегации приехали в Славянск на Кубани почтить память тех, чьи жизни унесла война, возложить к памятнику венки и цветы. В парке 40 лет победы азербайджанцев встретил председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы выразить вам огромные слова благодарности от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского, от имени нашего парламента, я думаю, от всех 131 тысячи нашего населения, что мы все солидарны с этой страшной войной, которая унесла тысячи жизней замученных и стариков, и детей наших. И мы должны сегодня все делать. И вот ваш приезд, ваша вот делегация – это дань памяти, уважения в копилку, ту копилку памяти наших, ваших дедов, прадедов, отцов и наших всех павших за свободу и независимость великой нашей страны. Эльдар Аскеров вручил Григорию Литовке подарки в знак дружбы народов. В свою очередь и гости из Азербайджана получили небольшие сувениры в память о Славянском районе. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События».